Всем привет, ребят! С вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. Это сотый поединок безумной башни Фатально. Вы сейчас прочли название и такие думаете, сотый поединок золото выпало? Серьезно? И знаете ли что? Я вот на протяжении всего того момента, что вышла Фатальная башня, я все время думал, а за сотый поединок что нам будут выдавать, если за 200-й поединок обычной безумной башни нам выпадала золотая карта? Возможно, и на сотку, вот сейчас я ее пройду, и мне выпадет Кэсси Кейдж какая-нибудь с Combat Cup, и я такой... Мое почтение, игра, спасибо тебе огромное за то, что ты портишься все больше и больше. Я надеюсь, конечно, этого всего не произойдет, но все-таки я решил как-то свои мысли олицетворить в названии, и я надеюсь, этого не произойдет, и я выбью прям потрясную алмазную карточку. Например, Люкана, бога огня, потому что единственный персонаж, которого у меня пока что нет, и мне бы хотелось, конечно же, на аккаунте его как-то заполучить. Играть я буду, естественно, не этим отрядом, потому что я помню тот момент, когда мне говорили, что вот эти все отряды нам немного надоели, давай что-то новое. И я, конечно, почему-то не предосохранил 60-й отряд, он у меня был сохранен, и я... Собрал немножко иной отряд, почему здесь этот отряд, я, конечно, без понятия, но... Ребят, на сайте gamegold.ru появилась связь с консолью, теперь всего лишь за 250 рублей вы сможете получить алмазного персонажа и 1200 душ. На протяжении 30 дней вам будет каждый день прилетать по 40 душ, когда вы заходите в игру. Все это очень просто, переходите на сайт gamegold.ru и приобретайте данный набор. Плюс появился набор души. Пак 2022. Там всего лишь за 200 рублей вы сможете приобрести себе 2000 душ. И вообще неимоверное количество душ, сколько вам нужно, вы сможете купить без особых проблем. Просто переходите на этот набор, нажимаете души пак 2022 и можете даже 20 тысяч душ себе взять. Ссылочка на сайт будет в описании под этим роликом. Играть мы будем вот таким вот отрядом. Я первоначально собрал его и предохранил для 60-го поединка. Потом я понял, что 60-й поединок я проходить не буду. И будем мы играть безумную башню сотую фаталку именно вот таким вот отрядом. Это Raiden Injustice 2 с предустановленной экипой на пояс тени. И я его поставил просто из-за того, что у него пассивка на истощение. И он очень и очень часто юзает привязку на персонажах. И это мне нравится. Далее я для усиления поставил, конечно, Raiden классического. Его пассивка не работает, когда он выскакивает и наносит молнию. Поэтому, к сожалению, половина здоровья боссу мы сразу же не отнимем. Но при этом этот персонаж довольно неплохой дамагер и очень хорошо контратакует. Также я поставил Люкана классического, потому что при смене он вешает увечья, и плюс он сам по себе тоже довольно-таки неплохой персонаж. Он у меня уже 5-го слияния, и я могу, в общем-то, тащить, мне кажется, этим отрядом и нагибать этих жестких Джейсонов, Вуртизов, Джокеров, Терминаторов. Хотя, на самом деле, я не уверен на 100%, и сейчас, возможно, я буду даже дико-дико лажать, но все-таки тестовый отряд, который стоит протестить, я уверен, на 100%. Давайте попробуем это сделать. Погнали. Пока что, как вы видите, привязка что-то не особо пашет. А, вот, все, привязка заработала. Идеально, идеально, просто идеально. Ну, мы тупо фигачим дальше, потому что он в любом случае истощается, что не работает как раз-таки на руку, и мы можем потихонечку избивать этого персонажа. И далее вот сразу же можно вот такое вот добивание делать. Отлично. И замену сразу же на Рейдена юзать. Отличненько. Это мы тоже сделали. Хорош. Так, наносим пару ударов. Пару ударов еще наносим. Наносим еще вот такой вот удар. Снова... Ой-ой-ой-ой. Снова переключение на данного персонажа. Поэтому мы снова делаем замену и вешаем увечья. Идеально. Идеально. Отряд просто топовый. На самом деле, мне нравится тем, что можно сразу же копить X-Ray-шку. И истощать, что самое главное. Потому что, ну, по-другому здесь никак. О, Люканом давно не играл. Хрена себе он критули выдает, конечно. Молодчик, молодчик. Единственное, что я очень мало здоровья наношу, но я надеюсь, что я X-Ray буду юзать. Потому что у меня здесь акцент сейчас идет на то, что я буду накапливать X-Ray на данных персонажах. Далее у нас снова увечья работает, поэтому мы без особых проблем копим X-Ray и далее тащим. Отлично, смотрите. Первую X-Ray-шку мы наносим. Хорош. Готово. Первая X-Ray-шка пошла.
Так, все, нанесли первую X-Ray-шку, отняли не так уж и много на самом деле. Но мне надо как-то от этого персонажа избавиться. Я единственное не знаю, как это еще пока что сделать. Плюс почему-то на самого сильного дамагера игра переключаться не хочет. А самый сильный дамагер здесь Рейден Классика. И поэтому это прям очень обидно на самом-то деле. О, переключилась, наконец-таки игра додумалась это сделать. Когда, смотрите, остается всего лишь 25 секунд, и понятное дело, что за 23 секунды я не успею X-Ray накопить на двух персонажах. Но придется рисковать, значит, в какой-то момент, скорее всего, юзать атаку, попробовать. 14 секунд, и тут Джокер выскакивает. Джокер-то мне 100% не нужен. Ну ладно, давайте его немного добьем, но в любом случае, если я положу в следующем поединке, например, того же самого... Ух ты, он сразу же X-Ray накопил. Вот это он силен, конечно, вот это он дает. Так вот, если я в любом случае приложу того же самого Джейсона Вурхиза, вот этого вот, то это будет, конечно, серьезный удар по нашей системе прохождения данного поединка. И я что-то, ну, смотрите, кстати, Джейсона Вурхиза я почти добил. Дальше будет легче, потому что я юзать спецприемы смогу. Потому что здесь рисковать и наносить спецприем — это вообще бессмысленная трата времени, как мне кажется. Поэтому я этого и не делаю. В общем, будем надеяться, что прямо сейчас у нас получится что-то сделать. Опять же, играем на истощение и привязку. Как вы видите, он истощается. И сейчас самое главное — дождаться, пока привязка сработает. Все, привязка сработала. Мы снова можем на Люкана переключаться и вешать сразу же увечья. Все, истощили. Увечья повесили. Готово. Далее избиваем, накапливая спецприем, если нам разрешат это сделать. Потому что он все время контратакует наши атаки. И снова вешаем увечья. И снова же истощаем персонажа. Что есть хорошо отчасти. Так, нам главное не потерять здесь персов, потому что, видите, он перебивки делает. Но это все-таки Джейсон Вурхиз, он все время так. У него не знаю каким боком, но все время получается перебивки делать. Давай, 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 добивание, пожалуйста, Люкан, спасибо огромное. Он на добивание накапливает хорошо так силу, но добивание он делает прям, ну, очень редко. Готово, наносим первый X-Ray. Первый X-Ray нанесли, далее снова замену. Кстати, здесь бы истощить, конечно. Мне бы истощить этого персонажа и повесить снова привязку, потому что, мне кажется, осталось очень мало до того, как привязка исчезнет, поэтому снова делаем замену. И снова вот привязка повесилась, все идеально. Ну и как раз-таки я смену сделал на того персонажа, на которого мне нужно сделать, потому что как раз-таки его выбрали следующим персонажем, на котором будет накапливаться сила. Так, хорош. И давай дальше, 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 дальше. Контра... Ох! Увечье пропало так быстро, фига себе. Вот это неожиданно, кстати. Ну ладно, хорошо. Пропало так пропало. Главное, что мы до сих пор как-то пытаемся еще добивать этого персонажа. Этого персонажа. Это странно, 98 тысяч всего остается. Да давай же ты, ё-моё, ложись ты уже наконец-таки. Капец он, конечно, долгий. Так, 14 всего лишь здоровья остается. О, он по нам нанести спецприем хотел, но у него ничего не вышло. Давай, пробивай. Отлично, отлично, отлично. У нас все получилось. Хорош. Далее кладем сразу же моментально персонажа. Делаем смену. Смену делаем, а почему... А, блин, у меня пропало все. У меня все пропало. Я не знаю, что делать. Ладно, наносим хоть какой-то урон. 1 820 000 остается. Чтобы быть точным прям. Чтобы быть прям супер точным. Давай, спецприем не успел нанести. Ну ладно, зато добили Джейсона. Сейчас меньше запары будет определенно. Сейчас хотя бы я могу и спецприемы вторые юзать. И в принципе вешать и увечья, и привязку. С Джейсоном только сложности были. Потому что, ну знаете, он то уходит потом так сзади со спины, наносит урон. Короче, сложный персонаж. Дико сложный. Сейчас, я уверен, мы разберемся быстрее. В особенности привязка Джокера нам даст возможность хотя бы какое-то время держаться на плаву. Сейчас единственное, нужно дождаться, пока эта привязка сработает. Хорош. У меня же вроде не стоит экипы Рейдена на то, чтобы он вот такие вот манипуляции с добиванием делал. Он не нанесет вроде бруталку. У меня нет экипы на бруталку Рейдена. Либо у меня, может, на Рейдене Injustice 2 стоит бруталка на Рейдена. Не, вроде бы нет, такого нету. Хотя, блин, не знаю. Ну вот этот же персонаж не добивает, так. Ну ладно, окей, неважно, неважно, неважно. Это не самое главное. Так, сразу же выбираем данного персонажа снова. Вешаем увечья, накапливаем силу. Спецприем второй нам нужен, чтобы снова привязку заюзать на самом деле.
Так, минута 26, у меня пока что спецприем ни на ком второй не накоплен. Хотя бы второй. Ну, не, вообще, не хотя бы, а именно второй. Я хочу вот так вот сделать, 102 тысячи, отлично, нормально. Ну, кстати, вот Люкан в этом плане, он справляется на ура прям. Так, далее, снова вешаем привязку, отлично, не привязку, точнее, увечья. И далее, блин, я совсем забыл про этого мразика, вот про этого мразика, я совсем про него забыл, истощаю его. Я совсем про него забыл, потому что он же точно, он защищает же Джокера. Я совсем, мне вылетела из головы данная информация просто-напросто. То, что он защищает же Джокера, точняк. Он выскакивает и после этого получается вот такая вот не очень удачная тема. Так, снова мы смену делаем. Ну и вот тут он контратакует просто сразу же при смене, что не очень удобно, потому что сила-то накапливается очень и очень долго. Отлично, и все, он накопил X-Ray. Идеально, хорошо, что у меня сработало. А, да он еще и щит себе накопил. Ну, блин, тут вообще сложно на самом деле. Ну, что я нанесу? 700 урона всего лишь. Блин, дебильный поединок конченый прям. Ненавижу такие поединки, где персонажи, они чисто вытаскивают за счет не то чтобы скилла прям какого-то. Вот у меня скилл на персонажах. Они все делают, а просто за счет того, что у них количество здоровья очень большое, и из-за этого я ничего сделать не могу. Давай, блин, Дрейден, ты такой долгий со своим спецприемом этим. Уйди, пожалуйста, не беси меня. Он очень долгий. Пока он добивание это сделает, он не так много урона наносит, чтобы понтоваться этим своим добиванием. Понабирают персонажей с добиваниями. И я добить никого не смог. А это уже третья попытка так-то была этими персонажами. Третья попытка, это прям, ну, это уже, скажем так, близко к фейлу, прям дикому фейлу. Поэтому четвертая попытка такими персонажами. Хотелось бы отметить, что, например, здесь Raiden Injustice 2 только лишь четвертого слияния. Поэтому, когда вы будете смотреть на свой отряд десятого слияния и писать то, что вы с первого раза все прошли, я, конечно, скажу вам мое почтение, ребят, вы молодцы, но хотелось бы уточнить то, что у меня Raiden Injustice 2 всего-то ничего, у него слияния практически нет. Здорово! Дядь, здорово! Вот я рад, то, что ты снова появился. Конечно, тут, видимо, тоже на X-Ray'ах нужно играть. По-другому никак, как я понимаю. Так как, ну, чё он выскакивает? Уйди отсюда, пожалуйста. Как тебя там звать? Терминатор я вспомнил. Терминатор его звать. Это I'll be back. Так, готово. 880 тысяч, мы уже миллион ему отняли. Что есть, наверное, отчасти хорошо. Но отчасти только хорошо. Потому что вот, если он накопит в какой-то момент X-Ray-шку, он же заюзает X-Ray-шку. О, здесь смена произошла. Вот это неожиданная тема, кстати. Вот этого я не ожидал. Угу. Но если я успею накопить спецприем второй, да, успею, конечно. Ох, блин, да как мне, да, что происходит, они X-Ray юзают и юзают. Я не успеваю ничего сделать, X-Ray за X-Ray'ем просто летит, а тут я еще и замедленный. О, да, кайф просто-напросто, он уже 15-й раз замену делает, я ничего сделать не могу. Так, давай, лупась его. Ха, блять. Ребят, это меня напрягает, серьезно. Ну сколько он будет выскакивать-то? О, я понимаю, он помогать пытается, но это уже не смешно даже. Они просто-напросто меняются каждую секунду. Они каждую секунду меняются. Я ничего сделать с этим не могу. Вообще ничего. 24 секунды остается, я просто-напросто их даже добить не могу, потому что ток-ток я накапливаю спецприем. Сразу же выскакивает какой-нибудь еще один черт, который мешает, прям дико мешает. Но здесь я очень мало урона нанесу, прям очень мало. Давай, переключайся, бля. Ну, у меня снова смена включилась, что за бред? 8 секунд остается, чего? Что за херня? Ой, блин, добивание его, это прям бесит. Так, и 395 тысяч, остается 295, и снова поражение. Это какая была уже? Четвертая попытка, что ли? Я не могу их добить, просто потому что они меняются, они ничего не успевают делать. X-Ray юзают и юзают. Кобзец, нет, это
сколько, да, 4 попытки, это сейчас 5-я будет попытка, потому что один поединок я на 99-й потратил. Это будет сейчас 5-я попытка отрядом, который должен вообще с первой попытки их разнести, этих клоунов. Ну, я намек на Джокера только что сделал, но они рил клоуны. Так, хорош, 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 вот так вот сразу же, такой длительный, мощный спецприем. Ой, и привязка заработала, я хотел сказать, ни одной привязки вообще, ноль, ноль привязок. Как будто бы их и нет. 100% урон. Наносим мы очень-очень много. Так, прям настолько много, что обзавидоваться можно. Ну и далее, конечно, просто добиваем персонажа. Все, осталось совсем чуть-чуть. А здесь я и схватить его еще могу. И, казалось бы, 100% набить, но не тут-то было. 57 тысяч и оглушение. Все идеально. Идеально мы избавились от одного антагониста в этой катке. Ага. Он накопил спецприем второй и снова накопил спецприем, но я повесить успел увечья. Он не накопит спецприем третий, поэтому нам очень даже сильно повезло. 124 тысячи. Это хорошо. Ну все, это, видимо, победа. Наконец-таки мы осилили данную игру. Я думаю, что здесь можно Люканом просто-напросто в угол зажимать и добивать таким вот образом. Люкан справится на все 100%. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Добивание. Давай. Последний. Блин, он успел меня схватить, зараза. Не, ну я почти добил его. Я почти его добил, и я его все-таки добил. 5 попыток этим отрядом. 5 попыток. И сейчас самое забавное будет, если золотой персонаж выпадет. Вот это вот прям топовая тема. Мне кажется, самая топовая. И мне выдают... Не, ребят, ну название оправдывает себя на все 100%. Ну, золотой персонаж выпал. Если кто не в курсе, буквально года 4 так назад, 4, где-то, да, около 4 лет назад, этот персонаж стоил 90 тысяч монет, 99 тысяч монет. Короче, меньше сотки тысяч монет он стоил. Меньше 100 тысяч монет, и он был золотом. И это было самое дерьмовое золото, потому что пассивная способность этого персонажа была таковой. Этот персонаж и так продается за золотые монеты, что вам еще надо? Все, вот это его пассивная способность была. А сейчас это довольно редко алмазная карта, которая выпала мне за сотый поединок. Как я люблю эту игру, вот прям она радует меня постоянно. Что ж, ребят, вот такой вот видос получился. Что я могу сказать о данном ролике и об данном отряде? Если у вас этот отряд прокачан до 10 слияния, ну это прям тема. Вы смотрите, и сразу же истощает и вешает привязку. Ну еще талант надо на привязку при истощении повесить. И сразу же вы выбираете там другого персонажа какого-нибудь, и у него сразу же еще и вешается увечье. И вы таким образом просто и привязываете персонажа, и вешаете ему увечья, и просто бьете и побеждаете. Я такой подумал, это классный отряд был бы, если бы он у меня был 10-го слияния, но попробую хотя бы на 100-м поединке им поиграть, потому что это топово, это круто, это классно. Я прям получил колоссальные эмоции от игры данным отрядом. Ну а на этом все, вот такой вот видос получился. Надеюсь, он вам понравился, поэтому всем огромнейшее спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока и до новых встреч!